Человек-магнит из Грузии удивил Италию. Он побывал в Риме, куда его пригласили принять участие на шоу рекордов Гиннесса. Грузинского рекордсмена Итибара Элчива в поездке сопровождал его продюсер и глава спортивного клуба «Рекорд» Шудак Элдешвили. Мы там поставили два рекорда. Значит, первый рекорд был здесь, что было в Тбилиси, мы там повторили. И это занесен в книгу рекордов Гиннесса. А на второй день, 31 марта, мы, значит, приняли участие в шоу рекордов Гиннесса, и там уже было 51 ложек, он поставил на теле, прикрепил на теле. Это большая победа Грузии, потому что там была названа Грузия. Это первый случай в истории, когда гражданина Грузии пригласили в Италию на такое мероприятие. Мне занесли книгу рекордов Гиннесса и дали сертификат и медаль. Сертификат отправили они почтами, никому на руки не давали. И занесли у нас книгу рекордов Гиннесса. Все это видеофакты, они покажут весь мир после сентября, так обещали, потому что до сентября у них пойдет монтаж, и кроме нас еще очень много людей там участвует. В спортивном клубе «Рекорд» отметили, что теперь Итибар Элчив готовится к новым достижениям.